Партия «Монат» продолжает обучать казахстанцев финансовой грамотности. Проект «Общество без долгов» дошел и до жителей села Алга Махамбетского района Атырауской области. Курс успешно прошли порядка 500 жителей. Его участники встретились с секретарем партии большинства Эльдаром Жумагазиевым. Нас научили распределять деньги так, чтобы часть откладывать на депозит, другую часть на еду и так далее. В общем, узнали, как приумножать свой доход. Самое главное, нас обучили тому, как не попадаться на уловки мошенников. У местных растет интерес к проекту «Аула Маната», целью которого является повышение доходов сельского населения. Мясное и молочное направления являются одними из самых популярных, но потенциальные участники порой сталкиваются со сложностями при сборе и подаче документов. Об этом они лично рассказали секретарю партии «Аманат». Есть определенные трудности. В основном они касаются гарантов и скота. Передали все вопросы. Думаю, проблемы вскоре решатся. В «Аманат» приступили к разработке социально-экономической программы по развитию села. Для ее реализации при партии будет создан проектный офис, а акимам сел будет оказана всесторонняя помощь. Об этом им рассказал секретарь партии Эльдар Жумагазиев. Мы собрали необходимую информацию и в ближайшее время будем тесно сотрудничать с госорганами, чтобы устранить недостатки. Наша основная цель – дать возможность акимам сел работать качественно и результативно.